Волшебная сказка, множество музыкальных номеров, яркие костюмы и декорации, талантливая игра юных актеров. Все это стало частью одного большого праздника, который в эти зимние дни организовали для детишек с особенностями психофизического развития воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи, творческих коллективов и хореографических студий. Сегодня это уже четвертое такое представление для деток. Этот спектакль особенный в этот день, потому что мы пригласили деток, у которых дополнительные потребности. Сегодня приглашено около 60 человек. Это дети коррекционно-развивающих центров «Веда», «Стимул», активных родителей «Безмежев» и «Дети в беде». Я занимаюсь в Центре дополнительного образования детей и молодежи около 5 лет. Сегодня я хотел бы подарить вот детям и взрослым, перед которыми я сейчас выступаю, счастье, частичку тепла. Мы подготовили эту волшебную сказку для них и надеемся, что очень понравится им наше выступление. Хотелось бы, чтобы они все-таки ушли отсюда счастливые и радостные. В этом году было решено выбрать для постановки старую добрую классику. «Щелкунчик» по мотивам рождественской сказки повести Гофмана учит детей простым истинам – любви, доброте, смелости и состраданию. А также, что немаловажно, прививает вкус к музыке. Малыши и взрослые внимательно следили за ярким представлением. Игра юных актеров, их пение и танцы не оставили зрителей равнодушными. Я пришла со своим сыном и еще с нашими детками, родителями на вот этот утренник. Спасибо огромное дополнительному центру образования за такую возможность. Я сегодня пришла сюда с братом и с мамой. Сказка была очень красивая и волшебная. После представления у всех гостей появилась возможность поучаствовать в празднике не только в качестве зрителей. Новогодняя программа стала его прекрасным продолжением. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.